Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга. Очень рада приветствовать вас на моем канале «Креативный клуб. Вязание и успех». Сегодня у нас просто восхитительная погода. Посмотрите, как солнечно и ярко. Я нахожусь в Нидерландах в своем офисе магазина amazingwool.com. И у меня для вас много интересных новостей. Сегодня, конечно же, будет очень много про пряжу, ну и про кое-что еще. Обо всем по порядку. Во-первых, я хотела бы еще раз рассказать о победителе моего розыгрыша, который я проводила на 8 марта. Многие из вас участвовали, и вы видели, что я выбрала победителя, и ею стала Алла. Она уже получила свой подарок. Она выбрала пряжу из моего магазина в России, который называется проклубочки.ру, на 5000 рублей. И она сама сделала свой выбор и уже получила, уже радуется и вяжет какие-то классные вещи. Еще раз поздравляю победителя и напоминаю, что теперь я буду проводить розыгрыши пряжи и не только, регулярно, чтобы вас радовать. Ну и посмотрите, что за красота у меня на стеллажах за спиной. Вы уже, наверное, видите, кто знаком с пряжей опиум, что это пришли вообще какие-то невероятные, свежие, вкусные оттенки пряжи опиум и также пряжи Galaxy. Здесь у меня, конечно же, только малая часть. Я вам сегодня покажу все самое основное, все самое вкусное и интересное. Итак, по поводу пряжи опиум. Еще раз повторюсь для тех, кто, может быть, не знает, что я владелица двух магазинов пряжи. Один находится в Европе, другой находится в России. Вот я сейчас нахожусь в Нидерландах, и к нам на днях пришла поставка в магазин из Великобритании. Новая, да, пряжа King Cole. И я знаю, что многие из вас смотрят из России и стран СНГ. Дорогие друзья, на следующей неделе, я точно не буду говорить, какой день, потому что вы знаете, что сейчас с логистикой, с перевозками все не так просто из-за пандемии, но мне обещают, что на следующей неделе пряжа опиум, пряжа Galaxy, новая пряжа хлопок с шелком, которую я тоже сегодня покажу, и многое-многое другое придет совсем-совсем скоро. Поэтому ждем, и я думаю, что вы уже сможете приобретать пряжу в конце следующей недели в России и в СНГ. А вот эта красота, если вы живете в других странах, уже доступна. Значит, у меня есть отдельное видео, где я рассказывала, как сейчас сложно закупать в Великобритании пряжу, но этот бренд King Cole, он просто реально обожаем сейчас многими. И я наладила поставки, сейчас они будут регулярными. Я буду завозить много классных, интересных цветов. Итак, буду показывать поближе. Значит, покажу сейчас три моих новых фаворита. Вы посмотрите, что это вообще за цвета. Как, скажем так, не как кстати, да, пришли такие яркие, вкусные, сочные, потому что уже пахнет весной. Уже даже летом пахнет, как же хочется чего-то яркого и свежего. Вот такие классные цвета пришли. Сейчас еще поближе покажу каждый. Вот этот цвет, например, шикарный, он называется Melon. Номер цвета 3339. Такого цвета раньше в магазинах у меня не было. И вот он только-только пришел. Вы уже можете его заказывать. И у меня уже просто зреют тоже какие-то невероятные идеи, что же можно связать. Это может быть и кардиган, и платье, и накидка, и топ, все что угодно. И дальше, смотрите, следующий цвет лемон, ну понятно, лимон. Это номер цвета 3195, тоже классный, восхитительный, теплый такой солнечный оттенок. Выбирайте, какой вам нравится. И следующий у нас цвет honey, мед. 3340. Очень красивый, он такой как бы более оранжевый, вы видите, да? И, может быть, если вы впервые увидели эту пряжу, то я еще раз покажу поближе. Это фантазийная пряжа, хлопок с премиум акрилом. Посмотрите, здесь такая буклированная, толстая, мягкая хлопковая ниточка переходит в такой тоненький шнурочек. И таким образом, когда вы вяжете изделие, у вас получается очень необычное, такое фантазийное, легкое, воздушное полотно. Просто шикарное изделие из нее получается. Также, конечно, много других цветов и меланжевые цвета. Это уже эти цвета были в магазине у меня.
Очень красивые, фиолетовые, зеленые, другие оттенки. Хочу показать вам вот этот интересный оттенок. Показываю прям в упаковках, но я думаю, что... Посмотрите, какой красивый. Называется Sunrise. Вот этот конкретно цвет называется Sunrise. Мне очень нравится сочетание нежно-розового и такого зеленого, разных оттенков зеленого цвета. Все это есть в наличии. Не только это, конечно же. Как я сказала, цветов пришло очень много, здесь только малая часть. Еще какой новый цвет пришел, который я заказала впервые, это черный цвет опиум. Согласитесь, тоже очень необычно, может быть стильно и красиво. Я представляю это как какой-то длинный такой кардиган. Вот сейчас покажу вам на контрасте с моим кардиганом. Вот такой черный цвет. Я думаю, что он тоже найдет покупателя своего, потому что очень необычный. У меня вы задавали вопросы, когда будет черный. Вот черный тоже пришел. Поэтому, пожалуйста, фантазируйте, создавайте какие-то новые проекты. Пряжа опиум. Она есть, она будет. Я теперь буду делать регулярные закупки, поэтому, пожалуйста, выбирайте. Если у вас какие-то вопросы по пряже, вы можете также под этим видео мне их всегда задавать. И также пришла пряжа Galaxy. Пряжа с пайетками, которая тоже вам знакома, вы многие ее любите, многие ждали новые цвета. Цветов тоже пришло много. Покажу так вот, видите, да, как пайеточки даже через упаковку блестят. Очень красиво. И в России тоже все эти цвета в магазине про клубочки будут. Мне очень нравится, что у Galaxy есть и однотонные, и меланжевые. Посмотрите, какой красивый, глубокий фиолетово-черный цвет и как красиво на нем играют пайетки. Пайетки, кстати, держатся просто великолепно на этой пряже. Сколько бы вы ни стирали ваши изделия, они не отпадают, при вязании тоже. Я знаю, что некоторые вязали, писали мне, что пришлось там что-то распустить, и вообще пряжа абсолютно не страдает, носится потом великолепно. Так, еще покажу вот такой красивый серый цвет. В общем, цвета на любой вкус. Это у нас пряжа Galaxy. Что еще интересненького пришло? Я на закусочку оставлю абсолютную новинку, а сейчас пока покажу другую пряжу другого бренда, который называется Skipjes. Вы тоже многие ее знаете. Это пряжа Whirl. И вот, посмотрите, вот они, эти моточки. Какие шикарные цвета, как я на них любовалась. Я просто не могла оторвать взгляд, когда они пришли. Вот она, пряжа Whirl. Нет, вы только посмотрите на это. Здесь в 215 граммах 1000 метров пряжи. И из одного такого мотка пряжи Whirl у вас получится большой классный палантин, или шаль, или топ. Даже на топ хватит, смотря какой у вас размер. В общем, цвета просто огненные, яркие, свежие. Состав тоже у пряжи Whirl разный. Есть хлопок с акрилом, с премиум акрилом высокого качества. А есть Woolly Whirl, вот такая пряжа. Здесь хлопок с шерстью, мягчайшие. Обе пряжи мягчайшие. И выбор цветов это порядка более 50 оттенков. Я вам сейчас покажу, для тех, кто, может быть, не видел, что можно в итоге вот из одного такого мотка связать. Просто размер оцените. Вот сейчас у меня в руках моточек. И смотрите, какая у меня шаль, связанная из одного этого мотка. У меня на канале есть видео подробный, попетельный мастер-класс, как вязать шаль из одного мотка пряжи Whirl. Сейчас одену. Я ношу лично вот так, да, с кожаной курткой, например. То есть я одеваю как бактус. Очень удобно, стильно. И в каждом цвете Whirl 6 длинных переходов цвета. Также можно накинуть, конечно же, на плечи. Я оставлю здесь сейчас подсказку на этот мастер-класс. Вы сможете перейти и посмотреть. Вот такая красота. Мягчайшая. Вот этой шали, вот честно, не помню сколько, но несколько лет. И вот вы посмотрите качество. Ничего, ни одного катышка нет на этой шали. Носится просто великолепно.
Так, это у нас пряжа Верл. Показала вам тоже немножечко новых цветов. На самом деле цветов более 50. Поставлю обратно, чтобы они радовали наш глаз на видео. Ну и сейчас покажу вам ту самую новинку, о которой меня уже многие очень спрашивают. Это тоже пряжа из Великобритании. Называется она Финесса, если я правильно произношу, потому что я только ее получила. Я показала ее всего один раз в своем инстаграм-аккаунте, и от вас посыпалось огромное количество вопросов и запросов на эту пряжу. А все почему? Не только потому, что очень красивые нежные цвета, но и потому, что здесь просто шикарный состав. В составе у нас здесь, сейчас я вам расскажу, 77% хлопка и 23% шелка. Я вам даже не могу передать качество и ощущение, которое дает эта пряжа. Мягкая, нежная, и вы знаете, каким-то холодочком таким отдает. То есть это просто абсолютно, мне кажется, будет фаворит на сезон весна-лето этого года и следующих годов, безусловно. И в 50 граммах здесь 120 метров. Я обязательно в самое ближайшее время сниму отдельный видеообзор на эту пряжу. Свяжу образец, покажу вам, как ложится в образце. И пока я закупила на пробу 4 цвета, вы уже можете их тоже заказывать и покупать в моем магазине Amazing Wool в Нидерландах. И в России на следующей неделе тоже эта пряжа придет. И я планирую, если нам с вами эта пряжа понравится, и будет много от вас запросов, я планирую расширить линейку цветов и привезти больше цветов, потому что, ну, пряжа правда классная. Великолепная. Значит, это вот такой цвет, лавандовый, наверное, его назовем, да? Я покажу сейчас в упаковках. Потом вот такой цвет белый, это белый цвет. Очень красивая. И вы знаете, у нее такая структура ниточки тоже, как бы немножко неровная, но очень-очень мягкая. И мне, если честно, очень сильно понравился вот этот цвет кремовый. То есть это не чисто белый, сейчас сравнение вам покажу. Вот он белый, вы видите, да, вот это кремовый цвет. Кремовый, очень красивый. Я вот люблю такое. Это для блондинок и не только. И цвет какой-то такой лиловый, тоже очень красивый. Вот, это новая пряжа с шелком. Обязательно, обязательно сделаю отдельный обзор. Сядем с вами за стол, будем вязать, поближе посмотрим пряжу, потому что очень много запросов от вас на нее было. В общем, вот такая красота у меня. Хочется вязать, вязать из всего, вот всего, что меня окружает. Это я вам рассказала про пряжу. А сейчас, друзья, я хочу поделиться с вами другой новостью, которая лично меня очень радует, и я надеюсь, что вы тоже за меня сейчас порадуетесь. Так как у нас с вами, в принципе, мы сейчас живем во время пандемии и локдауна, уже более полутора лет я не могла приехать в Россию, в Москву, где я раньше жила. И у меня просто вот такая радостная новость, что 22 апреля я прилечу в Москву на 2 недели. Я очень этому рада. Наконец-таки, такая возможность у меня появилась. И поэтому у меня очень много идей, очень много. Я их буду обязательно структурировать, буду вам анонсировать. Но абсолютно точно я хочу сделать встречу для моих подписчиков, для моих покупателей, потому что со многими из вас мы знакомы давно. И буду рада видеть всех новых моих друзей. В общем, я хочу сделать в Москве, в своем шоуруме в центре Москвы, на улице Пятницкая, 8, в магазине про клубочки, встречу для вас, чтобы мы вместе встретились, пообщались. Я, возможно, сделаю какой-то тоже классный розыгрыш пряжи. Очень хочу встретиться, потому что раньше я регулярно встречалась со своими подписчиками, покупателями. Я участвовала в Москве тоже вместе со своим магазином в формуле рукоделия, выставки и так далее. В общем, вот такая у меня новость. И я знаю, что вы за меня порадуетесь. И я знаю, что если вы в Москве
или в ближайшем Подмосковье, то многие из вас, кто сможет, приедет на встречу. Поэтому обязательно будут еще анонсы на эту тему. И вот на этой радостной, счастливой ноте я хочу это видео завершить. Пожелать вам отличного дня, прекрасного настроения. Даже если сейчас у вас не так солнечно и тепло, как у нас в Нидерландах, я посылаю вам лучи этого солнышка и увидимся с вами скоро в новом видео. Пока-пока!